это Тимур, и мы находимся в ставшей уже легендарной очереди за айфонами. Ну, сейчас мы узнаем у тех, кто в ней стоит, лежит, сидит, играет в шахматы, зачем они сюда пришли и что намерены делать. Ну, в общем, зададим парочку вопросов. Каждый год происходит, ну, мы видим, что происходит одно и то же, ну, в принципе. А скажите, а вы на каком месте? В десяточке. У меня 5-е место. 12-е, 13-е. Там вроде написано 22-е, 27-е. 84-е, но я чуть отличаюсь от всех. Чем? Себе айфон покупаю. Это все ваши места? Да, это все наше. Мы очень богатые ребята. Я сюда вышел уже со старшей сестрой. Давно сидите? Ну, вообще... С 25-го. И вы, получается, здесь все время сидите, да? Нет, не все время, я тут только вторые сутки нахожусь. Буквально через пару месяцев эта куколка станет бабочкой. А если не секрет, на что потратите деньги за место? На семью, наверное. Я бабушке с дедушкой телевизор хочу купить, вот, и маме телефон. Ну, здоровье. Я бы купил много ништячков с Авито или Алиэкспресс какого-нибудь и перепродавал бы их. В этой эпической очереди ходят легенды о первом, кто ее занял. Мы сейчас попробуем его найти. Где первый? Нам мы хотим посмотреть на этого... Мы вам его не покажем. Вот он! Как вас зовут? Меня зовут Иван. С понедельника сидим с 5 часов вечера. Сколько стоит место ваше? Ну, 450 тысяч. 450. Если еще успеем чуть-чуть поднять деньжат, то будет вообще все чики-пики-лим-пампони. Здесь очень много отчаянных ребят. Мне нравится, когда в окружении появляются такие люди. Ну, потому что сам немножко отчаянный, наверное. Как вы относитесь к пенсионной реформе? О-хо-хо, блин! До пенсии я вряд ли доживу. Многие в нашей стране не доверяют государству вообще с рождения. Будут просто уже загонять до смерти людей. И тут приезжает прям нарядец и начинает нас, ну... Они меня пригласили к себе, значит, погостить, но вот обратно я возвращался своими двоими. Я iPhone вообще не люблю. У меня смартфон на Андроиде, OnePlus. Ну, насчет школы, это потом еще подумаем, где-то в субботу, воскресенье. Чё-то не пишу, типа, живот болел или еще что-то. Там на самом деле шаг в три хода. Прям вот... Шаг в три хода? Да, прям вот серьезно. Шаг в три хода. Ah, 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 ah.